все соберитесь, смотрим. Удар! Администратор съемочной группы Первого канала организовывает массовку, в роли которой выступают не профессиональные актеры, а обычные отдыхающие. Комедийный реалити-сериал «Дачники» можно назвать народным. В проекте принимает участие вся Россия. Он снимается одновременно в разных точках страны. На Алтае, под Тверью, в Москве и Анапе. Еще в мае для съемок в массовых сценах и эпизодах на пробы приглашали жителей и гостей курорта. Анапчанка Анастасия Тихая не просто прошла кастинг, а получила одну из главных ролей. У нее уже есть небольшая фильмография, но признается, что сниматься в этой картине особенно приятно. Очень нравится то, что снимает именно Анапу, потому что всегда снимают Сочи, всегда снимают Геленджик. А сейчас именно Анапа. Хотят рассказать про нашу настоящую Анапу. Про персики, про абрикос, про варенье, про бабушек, про то, какое классное у нас Черное море, про то, что не надо мусорить на пляжах. И очень много интересных моментов. Как приготовить суп с черноморскими креветками, как приготовить какое-то блюдо именно с нашими национальными продуктами, да, кубанскими, какие-то кубанские разносолы, это все показывается там. Еще одну ключевую роль, а точнее роль второго плана, играет наша коллега, ведущая телерадиокомпания «Анапа Регион» Кристина Арабина. Для нее приглашение на съемки стало приятной неожиданностью. Мы приехали посмотреть, как проходят съемки, что это за проект. Нас заметили со съемочной группы, подошли и, когда узнали, что мы актрисы игровые, предложили сняться в эпизоде. Мы отснялись в эпизоде, и в дальнейшем мою героиню решили расширить, дать ей жить дальше, и у меня получилась полноценная роль в этом фильме. В сериале Анапа предстает во всей своей красе. Цветущая набережная, бархатные пляжи, лазурное море и живописные пейзажи. Столичные киношники просто влюбились в наш курорт, но отмечают, что все же главным его достоянием являются не природные красоты, а люди. Город-курорт Анапа – чудеснейшее место, которое наполнено какими-то жизнерадостными людьми. Куда бы мы ни обращались, везде мы получали положительный результат и очень радушные, добрые люди, с которыми мы дружим до сих пор, потому что мы начали съемки еще в мае, и каждый раз мы приезжаем, мы обращаемся вновь и вновь, и каждый раз нам никто не отказывает и очень радушно встречает. Здесь классно, здорово, замечательно, море, пляж, хороший воздух, хорошая природа, поэтому я, конечно же, очень рад, что оказался здесь, и что наши съемки проходят именно здесь, потому что здесь сочная картинка. Сериал рекомендован к просмотру всем, кто любит легкое комедийное кино. Главные герои – обычные люди, убегающие из города на лето в деревню и на курорт. А дальше у каждого развивается своя история, в которой многие узнают себя. Всего планируется выпустить 12 серий. Съемки в Анапе продолжатся до конца августа. Сериал «Дачники» выходит по воскресеньям в 13:10 на Первом канале.